Приветствую всех, дамы и господа. Мы сегодня начинаем проходить God of War 2018 года. Будем проходить на PS4. Тем самым мы будем тестировать и карту захвата, и заодно посмотрим, как у нас будет вообще в целом игра производиться. Сегодня буквально анонсировали God of War Ragnarok. Она будет 9 ноября. Но если, конечно, ее не перенесут. Надеюсь, что нет. Вот, ладно. Поехали. Новая игра. Я тут уже один раз ее на 4-й плойке прошел. Поэтому у меня открылась новая игра плюс. Но все равно. Мы пройдем без плюсов. Потому что там будут открыто оружие, возможности и так далее. Мы просто начнем новую игру. Давай. Перед началом новой игры сохранить игру вручную. Данные, да, потрачить. Хорошо. Так. Да, средняя, да? Просто средняя сложность. Че у нас лысый? Дерево потрогай. А ручки-то грязные. Эх, березка, березка. Чтобы замахнуть левиафаном, нажмите R1. Отлично. По-моему, если я не ошибаюсь, он потом такие деревья будет с одного удара укладывать. Некоторые нюансы я уже подзабыл. Я его проходил буквально, ну, пару лет назад точно. Бинтик потерял. На котором у него держались клинки хаоса. Надо на скотч было замотать. И так сойдет. Я нашел. Садись в лодку. Шануля пришел. А что он их затягивает? Их завязывать надо и заправлять. Вот тянет, а? Они опять разболтаются. У него повязки там своей жизни живет. Для перемещения, хорошо. Надо привязать его к лодке? Пацан, ты что, самый умный? Нет, положим в лодку, а ты рядом поплывешь. Места не нашлось больше. Держи. Уже хватит. Мог бы просто сказать, довольно, хватит просто, уже хватит. Все, поплыли. Отец? Что? Что-то изменилось? Лес стал каким-то другим? Все изменилось, мальчик. Ты поменьше об этом думай. Это называется переходный возраст. Теперь можно спать без трусов.
Ну что, дрова закончились, я не знаю. Если удрать с этим бревном куда-то в сторону. Нет, не балуйся. Местами игра очень линейная. Прям вот коридор и коридор. Пацан бы хоть помог. Я бы сделал вид, что он помогает. Чего, интересно, такой забор вообще спасет? Ну, серьезно. Это последнее. По-моему, они это бревно так и никуда не применят. Он так и будет лежать там. Ничего, там холодно, мам, как в холодильнике. Скорее всего, даже не попортилось. Вон там я вижу маму. Вон там отца я вижу. Где там? Вон они зовут меня. Чё, малой? Вон они зовут меня. Вон они зовут меня. Вон они зовут меня. Вон они зовут меня. Может, это какая-то поговорка скандинавская возле усопших? Бля, так зловеще появился. Как будто сейчас он завалит его. Теперь все. Ну да, это, видимо, метод прощения с усопшими в Скандинавии. Найди путь домой. Ничего, что она дома. Это трагичный момент, конечно. Хотя, по идее, как мы должны сочувствовать смерти этой женщины, если мы ее даже не видели никогда? Пацана не видели, ну только можно тут Кратоса сочувствовать. Но мы не знаем даже отношения Кратоса к ним обоим. Ножичек оставили. Пацан, лезь в костер, забирай нож. О, вспомнил, наконец. Горяченький. Надо нассать на него, а потом на руку еще. Прости. Зажми. Зато не надо за бинты тратиться. Был ее. Не всегда под рукой у Кратос. Теперь он твой. Охоте учила. Чему умела? Покажи. Сейчас. Попадай. Мамка горит, не давай трюки боевые друг на друге приемы показывают. Замечательно вообще. А как же там минута молчания, там я не знаю, еще что-нибудь. Помянуть, так сказать.
Поесть, выпить. На кого идем? Ты идешь на оленя. А он тут остается. Куда? Туда, где есть олень. Ладно. Сюда. Ты идешь на оленя туда, где есть олень. По-моему, это же животное писало им диалоги. Поохотитесь вместе с Атреем. Вопрос. Отец, почему именно сейчас? Я должен знать, что ты выдержишь дорогу. И пойдем в горы? Зависит от тебя. Вперед. У вас еще мамка не догорела, они уже собрались. Но не олени. Поищу еще. Потери находки. Новый набор артефактов. Потерянные игрушки. 1 из 4. Ну, не знаю. Прям, по-моему, все будет не собрать. Ну, сколько будет подбираться, столько будет. Рубленное серебро. Тут валюта местная. Качаться будем не... Куртки, наверное, вряд ли нам дадут какие покупать. Я не помню вообще прокачку. Но, по-моему, я... Еще следы. Игру завершил. Но круглые. Наверное, прокачав все собак. Умения. Хорошо. Ну, может, без одного, там, без двух. Что теперь? Что теперь? Нападать? Чтобы перепрыгнуть, пропасть. Ну, чтобы пропасть. Перепрыгнуть и пропасть. Чтобы перепрыгнуть, пропасть, нажмите круг. А пацана-то ты не хочешь перекинуть? Прям зашкварненько его и туда. Ребята, ноги вон какие. У него как у гнома. Стой. А если бы он переломался? Сюда. Кровь как будто течет. Перелезть хорошо. Ну это пока базовое управление, естественно. Очканул, малец. Нашел. Помедленнее. Нашел, ты его и просрал тут же. Ты охотишься, а не бежишь на перегонки. Да, отец. Он бы не успел. О, еще ночка. Собираем. А это просто бомбурики. Здесь тоже деньги? Да. И еще бабло. Если бабло прям так щедро насыпает, скорее всего, при прокачке будет тратиться много. Должна перебраться. Отойди. Надо было пацана головой вперед спустить. Вот так вот целится. Бросить топор R1 или R2. А, без разницы, да, короче, как? Иди. Позвать. А, топор на треугольник. Все. Сам-то он прыгать может? Эй. Пацан меня кинул. А, не, все нормально. Вот же он! Стой! Что ты делаешь? Ты же его спугнул! Будешь стрелять! Будешь стрелять, когда я тебе скажу. Извини меня. Не извиняйся. Он должен об этом предупредить. Прежде чем они даже пошли бы на охоту. Он бы сказал: так, пацан, одевай луксу, я пойдем охотиться. Стрелять ты будешь в тот момент, когда я тебе скажу. И все, и конфликт исчерпан. Не надо было бы на него орать, допустим. Стань лучше. Он бы дважды не накосячил. Я сказал, ищи. Упой. Пацан тупит, потому что тупит Кратос. Здрасте. Нет, ты не готов. Назад!
Херак, херак. И вот так. Сейчас все будет, пацан. Кнопки атаки изменены. Тут, в принципе, вообще в целом все поменяли. Но раньше кнопки атаки были другие. Он сейчас просто на эти кнопки он стоит, ничего не делает. Ну и задействовали, скорее всего, для пацана. Вот поставить блок L1 для уклонения, а потом перекаты стандартные. Хорошо. А двоих можно зацепить? Видимо, нет. Тихо, пацан, не ори. Топорик бы не мешало, конечно, прокачать. Парировал, да. Это надо вовремя прям прожимать парирование, как обычно. Все, у нас тут товарищи-то кончились, да? Как так светит с дерева. Они раньше не подходили к нашему лесу. Иди дальше. Что там с Маугли он их назвал? Короче, тролли какие-то напали. Гопники местные. Это была хилка. У нас 4 направления, да? Я, получается, отсюда прибежал. Давай мы вот сюда заглянем для начала. Олень пошел туда. Я вижу следы. Спасибо. Олень пошел за тобой. Олень оленем, а сундуки ломать некого. Скорее всего, тут дорога будет возвращаться обратно. Либо... Да. Вообще тупик. Хотя нет, подожди. Парочку секретов-то есть. Допустим, вот первый. С края не сорвись. Тут рано еще, по-моему, находиться. Хотя можно попробовать спуститься. Чтобы лезть по цепи, круг. Хорошо. Такое ощущение, что я по сюжету иду. Волки! Эй, я кнопочки перебыл. Пацан, ты стоял бы там, не попил, давала. Право, лево. Умник сратый. Они есть хотели. Что? Волки. Они не со зла, они есть хотели. Да, может, это наверняка. Может, они еще что-нибудь хотели? Допустим, сожрать твоего батя. Бля, вот этот же умник сейчас будет всю игру, да, мозги делать. Там еще мамка чья-то лежит. Что? Он не может это использовать. Мы можем. Таков суровый закон джунглей. Это еще полон должно быть. Когда это на этой штуке? Оп. Да, не. Сейчас еще раз посмотрю. По-моему, я этот обрыв видел только чуть-чуть с другой стороны. Честно, Кратос, ползая по цепочке, может подпрыгивать, чтобы быстрее перемещаться.
Нет, по-моему, это вот как раз тот самый обрыв, где я только что был. Куда дальше? Пацан, подожди, да, вот она цепочка, тут вот у нас все и происходило. А здесь мы перепрыгивали. Все нормально, значит, я все обошел. Куда, говорит, дальше? Не, ну God of War 4 это прямо про графон. Про графон игра. Пейзажи тут, конечно, классные. В эти штуки, по-моему, мы будем швырять топор. Но попозже. Пробуем. Нам сюда можно? Пацан, было бы не можно, мы бы не пришли. Так, нужно, я вспомнил, как эти штуки действуют. Нужно нам три этих разбить, вот таких вот символов. Ну, где третий? Вот он. Я что-то все щит ставлю. Все, сундук мой. Подбираем. На первой проходке я, наверное, так тщательно все не изучал. Легендарный предмет. Вы нашли один из трех яблок, и необходимый для увеличения максимального здоровья. Это полезно. Яблоки и дум являются любимой пищей богов. 9 таких яблок спрятаны в сундуках, запертых с помощью магии. Каждые 3 из них повышает максимальное здоровье Кратоса. Ну, как мы глаза собирали в первых 3 частях, так и здесь будут яблоки. Магия была, это перья, стрельба там разная, это был лук, рог. Сейчас не знаю. Ну, наверняка что-то мы будем еще собирать. Не, ну, конечно, прорисовочка. Но мама запретила туда ходить. Мы делаем, что хотим, оправданий не нужно. Рисовка, конечно, мое почтение, красота. Я вот туда хочу. Наверное, он туда. Потом мы попадем. Вот. Теперь вернешь мне лук? А ты отсюда попадешь? Подойдем ближе. Правильно, пацан, не уверен, нехуй бздеть. Так, ну и лысый тут, естественно, не прыгает. Я много раз охотился с мамой, а ты меня никогда не брал. Почему? Потому что ты щегол. Она так хотела, и пришла пора. Ясно. Расхотеть. Да. Если бы баба не подохла, он бы его еще, блядь, лет 10 не брал бы на этот наход. Он явно недоволен тем, что пацан с ним находится. Сейчас все будет, что ты. Шкала здоровья врага. Над бою это-то, ну понятно, шкала здоровья противника появляется. А, ну давай, учимся. Прицелиться L2, бросить топор, хорошо. Давай его в голову метанем. Чик. Забираем. Чик. Забираем. Ну, постреляли. Постреляли немножко. Не ори, пацан. Сейчас ты будет. Жалко, что он прямо из-под щита не бьет топором. Но щит неплох. Если он потом... А он потом... Ей будет такая возможность. Потом атаковать щитом, то как вариант.
подходи по одному. Вот тут прям надо отпустить щит и потом бить ударами. До свидания. А, еще одного не добил. Нормально. Еще один. Надо было, наверное, пыльную давнего поучиться все-таки в бою запиливать топор. Прям кидать им во все направления. Ворота, говорит, должны открываться. Подожди, сейчас осмотримся и будем открываться ваши ворота. Что такое есть? Ну, как обычно. У тебя есть ворота, в этих воротах здоровенная дыра, там три кратоса пролезет, они стоят на них смотрят. Чудо инженерной мысли. Да, удержи. Подожди, а вот как? А, не одновременно. Надо топором прижать. Чуть-чуть не по подашечке. Пацан, ты его иди подержи. Вот что ему стоит, да? Наверху. Видишь? Нет, блядь, не вижу. Вот прям так бы. Хотя подожди. Это вряд ли. Я вспомнил, только вот в эти знаки можно метать топор, чтобы он там прям остался. И это заклинит у нас этот механизм. Хитро. Да не очень-то хитро. Тут как таковое, прям хитроумных загадок нету. Тут скорее есть просто на невнимательность. Ну, на скорость, как обычно. Чё, ну, давай топор сюда. А это открывается. Ну. Ты куда? Нам в эту сторону. Подмуда, подождешь. Видишь, батя работает. Так, вот эту, по-моему, можно так, да, швырнуть. Ой. Я сломал ее, Спанчи Боб. Нет, это... Да, это не так работает. Кувшинчик, что ли, этот? Как-то расхерачить надо. А, подожди. Это мы сбиваем, чтобы что? Бомбуриков немножко насыпали. Это все остальное взрываем и потом открываем проход. Потом дырка, тут собирать еще не насобирать, не пересобирать, не знаю. Еще можно лутаться 2 недели. Повнимательнее надо быть по сторонам, понимаете? Чтобы ничего не пропустить. Пацан, ты идешь? А то смотри, мамку без тебя закопаем. Мы тут ходили. Набедокурил. Сын, сюда.
Смотри, это Сколь и Хати, волки, преследующие солнце и луну. Откуда они взялись? Как попали на небо? И что будет в конце? Они съедят солнце и луну, и все передерутся? Опыт скидали мне. Точнее, опыта. Уходя, великаны оставили святилища, которые хранят их историю. Похоже, сказки мне рассказывала мама. Мне очень они нравились. Интересно, сколько святилищ мы можем найти. Без понятия, пацан, по-моему, я все не находил. Тут они, скорее всего, некоторые... Ну, там найдешь, ну, 5 штук. Ну, 10. Но некоторые, наверное, так запрятаны, что... Поискать будет проблематично. Там же разные у нас биомы, миры есть. Ох. Тут хотя бы сделали механику открытия этих сундуков заунывных одной кнопкой. Раньше надо было стучать, по-моему, по кнопке, что-то там зажимать. Хотя бы нажал раз и все. Смотри. Что, ты оленя нашел? Ну да. Жди моей команды. Дыши. Не думай о нем, как о животном. Теперь мы за пацана играем. Цель. Очисти разум. Прицелься и сделай глубокий вдох. Я... Стой ровно. Не шатайся. Сейчас мы ему в шею долбанем. Выдохни и отпусти. Я попал! Хорошо. Ну, не до конца. Я хотел ему в шею, а его что-то лук повело в сторону. Он еще живой. Еще такая машина, не знаю, кило 500, наверное, весит. Где нож? Одной стрелы ему только в глаз, по-моему, можно было его убить. Закончи то, что начал. Са, ну давай да быстрее уже. Я понимаю, первый раз. Но если батя разозлится, будет хуже. Не могу, говорит. Бать, помог. Это как будто под макияжем. Куча тональника, глазки подведены. Я помню, надо в руны в топор еще будет вставлять. Андрей! Первый босс. Ты чего? Окинул? Мы будем с ним драться? Выбора нет. Нет, блять, не будем. Чтобы приказать отрыву стрелять, нажмите квадрат. Чтобы выстрелить определенного врага, L2, затем квадрат. Враги, пораженные стрелами, отвлекаются и перестают атаковать Кратоса. Количество стрел, имеющих у Атрея, указывается в правом нижнем углу экрана. Потраченные стрелы восстанавливаются со временем. Скажи, как я стреляю. Каянга, лгынь удар. Неста! Отец, берегись! Да, Кратосу! Отцу по челюсти достается. Отец, ты тяжело ранен. Сейчас и ты будешь тяжело ранен. Да, броски. Броски мало занимает. Все, хана, батя. Отец, нет! Чего ты нет?
Как-то он не особо на эти стрелы реагирует. Ну, стреляй. Жду команды. Оно не отвлекает ни хрена. Пока нет. Он все равно на меня агрится. Нет, блядь, не уходи. Отекаем. Ладно, я привык уже, в принципе. Главное, не торопиться. Слишком силен. Все, лыцы, текай. Нормально. Отец! Стреляем 1-2 раза, и потом пацан, точнее он агрится на пацана, ну как и объяснили. Он агрится на пацана, и подбегаем пару ударов и назад куда-нибудь. Нисто! Скажи, когда стрелять. Главное, что... Лети за ними! Главное, чтобы пацан стоял не прямо у меня за спиной. Прости, я не готов. А кто готов? Это не готов. Я готов. Подожди, пацан. Подожди, пацан. Место! Берегись, отец! Прямочку ему таранил. Я еще немножко в кнопках путаюсь пока. Попадает он. Бадя челюсть сейчас снесли бревном. Попадает человек хера. Назад, сэр! Да, нормально. Пацан на автомате действует. Так, зубы мои кратятся в те. Лети за ним! Падай же, падай! Покилимся, что делать? Готов! Тут же мне вынесли очередной ряд бумов. Все равно на пацана не агрится вообще. Пусть щит помогает. Гоблин весь вас в крови. Отец, берегись! Нормально. Отец, сейчас все будет. Да я вижу, кто мне хана. Надо было раньше этот использовать щит. Блять, мне Полина ваша помешала. Давай, пацан. Задернить надо, задернить в катарсисе. Прям психует. Я туда не войду. Теперь можно.
реально джунга остался. Я говорю, не вой. Так покер вообще. Мы тебя вместе с мамкой похороним. Ты ж хотел. Все. Берегись, отец! А! Тихо, тихо, тихо. Я реально один удар. Да я берегусь. Я готов. Низко. Видишь, он бревном своим сучит, говорит, берегись, отец. Не, его можно, конечно, и так запулять, типа. Вот так вот, в жопку его. Чуть по чуть. Он тогда агрится на тебя. Тут надо по-хитрому действовать. Пацаном отвлекать, как и говорилось. Не, ну пока он буйствует, тут не вариант. Он далеко. Держись от него подальше! Да, видишь, он бешеный. Да нахер, я его так добью. До свидания. Добивание. R3. Чё надо? Он добивает автоматически его. Ну и нормально. Олег Столов, привет. Привет. Сын. Я не боюсь тебя! Пацан в истерике, его надо водой полить. Ты не страшен мне! Сын, совсем! Посмотри! Посмотри на меня! Сын! Он уже глотнул ярости. Мы смогли. Он, по идее, должен, как батя, родиться, тоже был белым и лысым. Почему это? Я нашел оленя. Я доказал тебе. Почему он, а не я? Мы идем домой. Идем домой. Я не болел уже очень давно. Привет, привет, Олег. Привет. Вижу тебя, вижу. Ты еще совсем не готов. Как настроение? Я тоже прошел эту игру, но не на 100%, по-моему, я что-то там не собирал где-то. Я готов. Я вот прошел сюжет. И остался доволен. Так, вышки-то мне маловато, что-то присунули. Домой, говорит, в эту сторону какую? А вон еще что-то валяется. Сегодня анонсировали 9 ноября будет Рагнарёк, выйдет. Ну и полный отхил, ништяк. Добиваешь валькирий, по-моему, а сколько их, 18, да, вроде штук? Я думаю, стоит ли вообще ходить на валькирии. Они же не обязательные так-то. Посмотрим. 8? Бля, что мне казалось 18? 18 там, наверное, вообще бы уж полгода проходить их. По шкалой находится шкала оглушения. Быстро нанося удар за ударом, вы постепенно заполните эту шкалу. После этого враг будет оглушен, возьмите его в захват. Ну, понятно. Стрелы атаки голыми руками наносят больше урон от оглушения. Раз переходит в рукопашную после броска топора. Убил 5. Молодец. Валькирии непростые. Я тут без топора что-то бегаю. Ну и давай добьем.
Пойдете. Примерно этого они от меня хотели. Оп, я еще реально путаю кнопки. Ну, надо думать, я ее проходил было 4 назад. Оп. Ну, до свидания. Валькирия — это доп квест, да. Они не обязательные, но тем не менее. За них же тоже что-то дают. Можешь не проходить, это понятно. Я, по-моему, не проходил. Не помню. Каких-то, может быть, проходил валькирий. Но не всех точно. Это не обязательно. Это у нас проход, по-моему, в другую локацию. Пока с КПК вроде не обижают особо. Дают часто. Карта нулина. Тихо. Тихо, тихо. А чё тихо? Там просто другой, зато в другую локацию переход. И там я помню, что как-то что-то на деревьях будет. Тут еще надо будет по деревьям стрелять. Пацан бы хоть руки подал. На. Отстаю и уйду. Их ломать надо. Полностью. Пацан, добивай, пока он летит, давай жонглировать чуваками. Давай повеселимся. Бам-бам. И до пацана добиваем. Ништяк. На этого. Давай, добивай его. Будем учиться жонглировать чувачком. Оп, разрывает. Забавно же. Что это? Чё он говорит? Пидор. Топор не годится. А чё годится? Это годится же. Просто из лука стрельба. Да ну. Некоторые враги неуязвимы для Левиафана. Но тут только руками его. Так, они не обязательно, но чтобы больше узнать игру, найти новые территории, выполнить доп-квесты от гномов. Ну это для этих, для валькирий. Ну да, если ты уже на 100% пошел, то по-любому тебе всех валькирий проходить, а там уже и все территории. По-моему, ты и так все территории, кстати, обходишь или нет. Валькирии же у нас просто тусуются где-то в этих подземных каких-то там этих... На комбах-то. Сейчас мы его сделаем руками. Руки до щитом. Я же говорил, вес изменился. А я говорил, закрой рот. А я говорил, закрой рот. Коротко и ясно. Ну вот, валькирии в чертогах тусуются, но они, получается, не помогают тебе открывать новые территории, разве нет? Тебе они и так открываются по проходке. Ну хоть это как, я не знаю, спустил бы что ли лифт, не знаю, стоит, ждет. Вот пока сам топор не запустит, что-то не запустит. Порталы новые. Так эти порталы, они между собой другие локации соединяют? Или какие-то новые эти локации прям открывают? Ну, я имею в виду, то, что ты, допустим, валькирию убил, ты можешь переместиться из первого, допустим, в пятый мир. А другую валькирию убил, там, допустим, с пятого можешь в третий прыгнуть.
Или же они вот прям тебе новые и новые локации открывают? Я что-то не помню вообще. А, да, мы сейчас будем с этим, с татуировками, чуваком биться. Почему огненный тролль сжег мамин сад? А Драугар подошел так близко к жилью. И что это за ледяная тварь? Я не знаю. Теперь много вопросов, пацан. Мы почти пришли. Блин, может быть чуть-чуть посветлее сделать? А это потом только выйти из игры можно. Кстати, странно, почему настроек нету? Прямо в менюхе. Портал нового. Хорошо. Попробуем. Потом до Валькири доберусь, попробуем проходить. Постараюсь всех. А он как пойдет, не знаю. Так, налог это закрыто, нужно в дом возвращаться. Но я бы еще огляделся чуть-чуть. Вдруг где-то что-то. Хотя нет тут особого выбора-то, нет. Ты типа прыгнул в портал около Валькирии, можешь хоть любой портал в том мире, где находишься. Попробуй. Ну, у нас сначала до Валькирии еще не ближний свет топать. Я думаю, что на этом стриме я Валькирии еще не пощупаю. А на следующий, по-моему, да, уже. Там надо сначала же змея вытащить из-под воды. Потом только какие-то вот Валькирии появляются. Одна там или две, что-то такое. До змеи еще часа, наверное, полтора, если не больше. Ну вот, как до Китая пешком. Пока будем наслаждаться драматическим моментом. А, ну да, они ж пока путешествовали, у него мамка уже догорела, как шашлычок. Вот кому шашлыки доверять нельзя, кстати. Он забудет, уйдет также на охоту, и потом все. Приходит, блин, сорян, мужики, мясо сгорело. Баба у него в мешочек поместилась аж. А прикинь, если она тлела, короче говоря, тлела-дотлевала, пока она была хорошенько прожарена, такая well done чисто, вот, ее животные растащили по кускам, а он приходит, а там только доски догорели, ну вот эти вот бревна, которые он нашвырял, он бревна, получается, собрал в мешочек, короче, и пошел хоронить, а бабу-то его давно уже животные съели. Вот будет облом, да? Он все игру с мешочком проходит. Ну, тупо с опилками, я не знаю. Ничего. Он все равно, он всегда как-то коварно так заходит, как будто он сейчас пацана будет бить просто жестко. Я же это спрашиваю, я не про него думаю. Хорошо, хорошо, если что-то я вот вдруг забыл, не могу вспомнить, и что творить. Ну, тут пока же еще элементарные будут, я явно головоломки. Хорошо, я, конечно же, спрошу. Ничего там такого нету. Потому что, знаешь, там некоторые... Я типа не буду спрашивать совета у чата, буду сам мудиться и два часа ебать себе голову и нихуя не проходить. Ты вышел из себя. Этот урод хотел нас убить. Это нормальная вещь. Ты тоже злишься в бою? Злость станет оружием, если ее подчинить, использовать. Ты этого не умеешь. Когда я уже давно не болел. Мне лучше. Ладно. Ну давай. Мне тебя ударить? Да, попытайся. Только в нос надо попасть. Кстати, если он же этот, если он Локи, так-то. Почему? Он говорит то, что он не болел. Он не мог болеть вообще никак.
У него нет такого, у него иммунитет пожизненный к любым видам болезни. На нем, по-моему, и раны должны зарастать, разве нет? Либо он еще типа не познал, а-ля кто он такой, и поэтому это не работает. Что за хрень вообще? Ай! Что ты? Надо в лицо было бить. Бей в его. Ну вот зачем? Медленно. Ты? Давай еще. Стандартная ситуация, когда батя набухался, короче. говоря, и берет своего сына какого-нибудь малого, такой, давай бей, мне сейчас все похуй, блядь. Будем боксом тебя учить. Просто нечего делать, мы с тобой посмотрим. Да, окей, соединяйся. Хватит! Нет, слабо, еще. Еще. Хватит! Еще! Ну вот сколько ему тут лет? 12? Как он хотел, чтобы он ударил? Я не понимаю. Вот как? Как он рассчитывал, что он ударит? Маленький пацан. Он должен был ему руку сломать с подачи, что ли? Тогда бы он убедился. Но дело в том, что Кратос немножко как бы бог войны. Хоть и бывший. Чего он от него требует, я не понимаю. Твоя злость застит тебе глаза. Впереди тяжелый путь. И ты, Атрей, к нему явно не готов. Так вот, он же бог. Они, по идее, оба боги. Но один болеет, второй просит у этого больного пацана, ну, он типа раньше болел. Он хочет его воспитать, я понимаю, что он хочет типа из него сделать дикого бойца, крутого, которого нельзя сломить, там, полного, возможно, даже агрессии, ну, непоколебимой ярости и так далее. Чтобы он мог типа за себя постоять и батю защитить, раз мамку не смогли. Он не полувеликан, он, по-моему, он Локи. Локи это такой же бог, как тот же самый... Это как у Зевс там и так далее. Только другая мифология. Только в другом. Они оба боги. Но просто он хотел, что я не знаю. Чтобы пацан ему ударил настолько сильно, чтобы у него там что, башка слетела с плеч или что. Что это? В данный момент показываю, как будто бы якобы обычных людей. Но мы же помним, что они боги. Ни к чему теперь прятаться! Правда, по насчет пацана не знаю. Я про тебя все теперь знаю. Что происходит? Кто это там? Более того, я знаю, кто ты! Сын, лезь в подпол. Живо! Ты же запретил туда лазить. Кто это? Я не знаю. Чего он хочет? Я не знаю. Лезь. Пацан, наверное, в подполе еду воровал. Просто ответь мне на вопрос! И обойдемся без кровопролитий. Вот это вот угарный антагонист. Жалко, его потом сольют слабенько. Я думал, ты крупнее. Хотя ты явно тот самый. Далековато забрался, да? Что тебе нужно? Зачем же ты спрашиваешь, если уже знаешь ответ? Харизматичный дядька. С кем ты перепутал? Лучше уходи. Надо же, я-то думал, что мы все себя такие... Наверное, даже у этого чувака как бы получше характер прописан, чем у Кратоса. У Кратоса он как будто, вот я не знаю, на чуть-чуть на заднем плане. Вот. Но на переднем стоит переживание пацана, становление пацана как бойца, я не знаю. И, естественно, есть антагонист. Этот чувак, татуировка. Я забыл, как его зовут. Высшие существа, не чита нам, такие умнее. Я помню, когда первый раз с ним бился, он был сложный. В эту лесную берлогу. Да, посмотрим. Как трусливый зверь. Ты зря нарываешься. Бальдер. Ну, конечно, не зря. Там еще мамка за него светиться будет. По
пошел из моего дома. Ну, для этого тебе придется меня убить. Я предупреждал. Наконец-то! Ты не послушал. Нет. Я вот не знаю. Нет. Кратос пробовал ему конечности отрубать. По-моему, нет. Они чисто же всегда с ним на кулаках бились. Я думаю, что если его обезглавить, то, ну, естественно, это потом произойдет. Но тем не менее, короче, если у него там конечности типа отрубать, то другие, по-моему, не вырастают. Хотя, может быть, у него регенерация как у Дэдпула. Так дело у нас не пойдет. Ладно. Теперь я. Кстати, одна из эпичнейших сцен. Какое в этой игре. Жестокое разочарование. Прям драка всегда. Давай, вот это же запоминается при первой прохождении. Ого. Бесполезно! Он сейчас бессмертный, ты потом будешь с ним биться второй раз. Он сейчас просто там куда-то убежит, там или упадет. А, они там что-то будут биться. И они там улетят куда-то, по-моему. Земля там что-то напополам разорвется. Ты постараешься? Надо уходить, надо. От волны надо отвлекаться. Ты забыл, что делать со щитом? На второй битве они будут в хеле. А этот прям в курсе про щит. Нахрена он мне нужен. Ну давай уже, что ли? Взял, мне почки отбил. Ну прям драка двух супергероев. Но пока планировать получается, все в порядке. Надо жизни мало у меня. Кишечки мои, кишечки. Давай отдай еще раз. Скажи то, что я хочу знать, и боль уйдет. Это просто. А топорище не тут. Тут две кровати. Может быть, Катас любил. Может быть, Катас любил его этот такого. На двух кроватях поспать. Такой красивый лесосос. Все сломал. Задел за живое, да? Подумаешь, он про две кровати спросит. Есть только. И побежали. Кого ты прячешь? Я не знаю. И стар. Если он в курсе про щит, то он должен был должен быть в курсе и про пацана. Ну что, еще разок? Слишком много слов. Какие планы на потом? Пока не знаю. Не хочешь говорить? У тебя. Ладно. Может, тот, кого ты прячешь в доме, захочет. Давай. И
да, он отхиливается, он же это тоже бессмертный. Кто там? Кого ты от меня прячешь? Сейчас узнаю. Этим сложна и эпична эта сцена. Куда он делся? А, ну да, он под камень куда-то провалился. Итак. А, не, вон он нет. Я что-то налетел на камень. Да куда там? Эх. По-моему, вторая драка с ним будет менее эпичная. Что ты скрываешь? Ну тоже неплохая. Какой ты дурак! На это нет времени! Не попал. Тоже надо ворота, ворота юзать. Какой ты злой! Вот такие вот. Чпок, чпок, ты добивание. Ты все еще скучен. Что ты скрываешь? Тут чаще на площадь бьет. Какой паскуда ты дурак! Тварь. На тебя в зуб ногой. Нет времени! Какой уровень сложности? Уровень сложности обычный. Какой ты норма, злой. Короче. Бесполезно! Хорошо, Трайфон, я тебя услышу. Позвони. Ты все еще скучен. Да. Придется драться с ним. Еще разок. Закрепляем Бальдера. Что-то я потом пропускал тут делов. Хардкорный режим мы оставим для хардкорщика. Ты все еще скучен. А его, кажется, чуть-чуть подзаглючило. Что ты Так, а в цели его держать только таким, какой, да, образом? Какой ты дурак! На это нет времени! Ну да, чё ты там угадал? Надо же, какой ты злой! Взял почки, мне опять отбил. Греческие почки мои. Бесполезно! Ну как это бесполезно-то? Да, тут щит рулит. Даже перекатами особо не успеешь. Да, бивай, я не... Какого города? О, город Калдор, Мурманская область. А ты? Какой ты дурак! На это нет времени! Он же в дерево куда-то долбанул, разве нет? Я видел, там дома и почки было еще далековато. Какой ты злой! Да нормально. Чержот. Так он сейчас зуб ногой получил, отлично. Не, эпично, эпично. Мало. Ах, как Мансийский автономный округ, да? А Лонгипас это поселок или город? Шли искать. Он под камушком. Третья фаза, короче. Город. Сколько примерно население, численность? Под камнем нет. Очень маленький, но у нас тоже небольшой.
У нас, по-моему, 1013, что ли, всего. Но городом считается. Еще, наверное, было бы тысяч меньше 10, наверное, было бы, если у нас 1008, это уже было бы поселок городского типа. Ну, у вас ни хрена 80 тысяч. Это почти в 4 раза больше, чем мой город. Вот так-то. Но все равно. Все равно это почти в 4 раза больше. Меня сюда. Мне нужна была лишь правда. Но тебе надо было сосредоточиться. Я это имею в виду. Давай, бей со всей силы, я не отступлю. Ты стар и скоро выдохнешься. Кстати, эта схватка напоминает этот, когда он Тор сцепился первый раз с этим, как у вас, с Железным Человеком. Я пока зеленку эту качать не буду, а вот топорик, по-моему, можно, да, прокачать. Причем, по-моему, можно только... Ну да, руны не поставить. Просто рукоятка. Сила не так увеличивается. Хранитель изгнанника. Сравнить. Да хрена его знает, какой лучше. Я просто его собрал. Между них разницы никакой, короче. На этом стриме сколько собираюсь пройти? Ну, я, короче говоря, играю в основном по времени. Где-то часов 3,5 мне хватает, чтобы наиграться за стрим. Сегодня это уже за сегодняшний день, это второй стрим подряд идет. Я еще буду играть 2 часа, где-то 15 минут. Так, а броню я прям должен осмотреть, да? Ага. Идти гнездом, а что толком мне к ним переходить? Все равно никаких этих нет. Какая-то была. Я, видимо, уже что-то успел собрать. Я не помню это. Ну и ладно, если что, достанем. Достанем потом обратно. Тут же у нас... Да, уже все. Один только камушек найдел. Нашел. До света Альфхейма. 100% дойдешь. Не знаю, посмотрим. Главное, чтобы не просирать каждые 10 минут. Получится. Ну, не последний же сегодня стрим, так что. Это берем. Чуть-чуть, кстати, получше шмоточка. Да, и защита, и урон получше. Это я внимания это не обратил. Но этот точно одинаковый. Они вообще один в один. А топор, ну, сила 5, а чё тут его не качнуть, ничего. Потом объяснят. Знай, вот что. Я ничего не ощущаю. И тут первый раз, когда играл, мне вспомнился фильм «Антикиллер». Старый такой фильмак. Гоша Куценко, русский. Там, где он тоже бил этого убийцу, короче говоря, маньяка. Бил его по лицу, а тот более ничего. Это следующий стрим. Точно не скажу, или завтра, или послезавтра. Даже время не могу назвать. Я обычно либо в 2 стрим начинаю, либо в 7. А бывает и в 2, и в 7. По-разному. Ну, колокольчик об этом сообщает, когда начинается стрим. Ты
же сам видел, ты не можешь причинить. Просто я работаю по скользящике, по скользящему графику. Это драка бессмысленна. И, как и твое сопротивление. Выходные и все такое у меня не нормировано. Можно было без этого обойти. Не как у белых людей, знаешь, в субботу, воскресенье. Поэтому у меня могут быть выходные, допустим, понедельник, вторник. Тебе не победить! Я ничего не ощущаю! А вот ты ощущаешь все! Ну не сдаешься! Я да же не ладно, мой он брат. Тут починился. Если самостоятельно. Если бы ты сказал мне то, что мне нужно, все бы закончилось иначе! Но нет! Покончим с этим! Да, давай. Тебе не победить! Давай! Парирование чуть-чуть. Да давай ты, мужик. Дай! А я его спарировал? Ты там сомневаешься. Ну, тут лучше, конечно, да, ворот делает. Это сложнее всех будет, пара. Я работаю на комбинате машинистом насосных установок. Короче, комбинат по обогащению полезных ископаемых. Где он вообще? А вот. Бля, у меня жизни ни хера не осталось, придется переигрывать. Я убью тебя! А ты работаешь где? Или еще рановато? Тебе не победить! Да, что-то он жесткий. Здоров, Арисака. Меня убили. Рановато. Бывает. Не торопись работать, еще бежать. Наработаешься еще. Я вот 14 лет работаю, мне это уже вот здесь. Блять. Вот такие вещи считать надо. Я не чувствую. Где он? Почему так этого урода? Не чувствую. Он сука лазится по арене, как сумасшедший. Через 2 года пойдешь. Не так уж и долго, кстати. Где он? Так, если ты не знаешь, где он, лучше, блин, перекатываться, пока его не увидишь, по-моему, так. Я промахнулся. Я убью тебя! Слушай, она уже чуть-чуть получше. Вот такое вообще. Тебе не победить! Главное, лупит один раз его. Он улетает куда-то. Не успеваешь серию закончить, он исчезает где-то. Это было больно. Да, мне некуда было прятаться от него. Слушай, у меня тут комбо неплохое получилось. Подкидываешь его.
Тихо, подожди. Его подкидываешь и потом начинаешь быстрыми ударами бить. Оп, нет, тут главное попасть. Сучонок, ворачивайся. Давай, начинаем. Бам, 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 бам. Вот, не прижимаешь того к стенке. Ну, подумаешь, он разок тебе ответит. Я не помню, он его зубы будет тут выбивать или нет. Оба в крови. Это тоже довольно-таки жестокая сцена. Как бы явно не детский контент. Ну нормально, и тут у нас к этому пока что толерантен. Я-то надеялся, что из всех, кого я встречал, хотя бы ты заставишь меня ощутить что-то, но ты не смог. Трусь. Давай. Он что, гоблин этому здоровенному шею свернул, что этому чудику? Ну, конечно, он еще жив, но все равно. Как-то банальненько. Окей, окей. Не ушел, молодец. А шкурку-то менять придется, от крови ее не очистишь уже. Наверное. Ни разу не пробовал шубу от крови очистить. Кто это был? Он меня знал. Знал ли он о моем прошлом? Как они нашли меня? Я не уйду. Спасибо лет. За поддержку. Так, все, да? Надо домой ковыряться. Вот сейчас никакие там эти бонусы заныканные не интересуют, правильно? Да их тут и нету. Еще, скажем так, катсцена еще не закончилась. Что мне делать? Наш сын не готов нести твой пепел на вершину горы. Точно, ее Фей зовут. Ну, какие-то моменты уже потихонечку вспоминаются. Ну, я говорю, что 4 года назад я проходил. Надо думать, сколько игр утекло потом. Прошлось и забылось благополучно. Я тоже. Я не так знаю, приблизительно сюжет помню, но без нюансов. Вкратце его перескажу, но что-то могу и забыть. Давненько, да, играл. Оставаться тут нельзя. Она как вышла, я ее прошел. Ну, она как вышла, у меня была 4-я плойка. Это ее недавно только на ком-то портировали. У меня была 4-я плойка, я ее купил по скидке, по-моему, самой первой скидке, которая была после выхода игры. Вот, и прошел. Получается, ну, допустим, если она, к примеру, по-моему, она выходила в марте 2018 года, то уже летом я ее прошел. Как-то так вот, примерно. Примерно так. Вот. Я за 33 взял. 33 в смысле что, чего? Кстати, ты на чем ее проходишь-то вообще? На консоли или на ПК? Я думал на ПК ее пройти, но я решил карту захвата потестить. А, за 27 часов прошел. Я не помню, за сколько я ее прошел. На плойке такого, ну, на ПК. Понял. На плойке же тут не эти часы не фиксируются, сколько ты проводишь в игре. Потом ты максимум в некоторых играх, если пишется, ты можешь потом в конце игры посмотреть, за сколько ты ее прошел. Но это не такая информация, что ты ее забудешь через 20 минут. Наверное. Ну, если ты в игре там не 200 часов провел, знаешь. Ну, она, так оно и есть. И они говорили, разработчики, то, что вот новый God of War, он будет продолженностью
протяженности он будет что-то 20-30 часов сюжетка. Если типа ты прям все-все-все исследуешь, проходишь всех валькирий, там все вот эти секреты открываешь, то до 40 часов. А вот, по-моему, Рагнарёк они собираются сделать чуть-чуть побольше. Вообще, вот стилистически изменен вот этот геймплей поэтому. На PS4 играешь? Так ты на ПК играешь или на PS4? PS4? Стилистически эта игра больше похожа на Darksiders 2. Если ты знаешь такую. Darksiders 2 вот прям очень похожи между собой они. Тоже как-то есть задумка первую, вторую, третью часть Darksiders пройти. Но пока вот визуально она очень на вторую похожа. Ладно, пошли к сыну. Он заждался уже. Сын. Вы там это, как? Наверное, я уснул, думал... наверное. Я думал... Все хорошо? Все да не сидит. Идем. Собирайся в путь. Мы уходим. Я же не готов. Так вот. Так и есть. Но выбора не осталось. Какие игры играешь? Ну, в принципе, вот то, что на канале, можешь глянуть, какой жанр. Разные, так по сути. Мне. Редко играю в Докажу. Стратегии, редко играю в гонки, редко играю в какие-то мобы, там, редко играю в какие-то батл-рояли, допустим, онлайн-игры практически. В основном играю в однопользовательские, а жанр, в принципе, не имеет значения, главное, чтобы все равно был хороший. Да, но он очень важен. Что-то случилось. Подрались немножко. Просто приходил Серёжка и подрались немножко. С соседом не поделили чуть-чуть. Он пришел за солью, а я его отмудохал просто. Нихер музыку включать. Так, это потом, да, размотаем. Но это пока нельзя делать. Вот, по играм. Короче, неважно на каких этих платформах там. Когда там Nintendo охота, допустим, на свече что-то пройти. Когда шутеры. Ну, кстати, шутеры редко играем, но все равно. Как-нибудь надо будет и это и дело исправить. Просто игр прикольных-то до хрена. Вот, и... Хочется все-таки это сделать спеть. Да. Увы. Времени не так много, как игр, которые хотелось бы пройти. И не кусты клинками разбивать. Ну окей, это потом уже. А че пацан там суетится? Кто это? Я не знаю. Чего он от нас хотел? Он там бегал, бегал. Отрешен нафиг. Ты его убил? Я сделал то, что должно. Но он не сказал слово «я его убил». По-моему, он сам даже не уверен. Ты мог умереть. Не оставляй меня одного, ладно? Ладно. На что ты не прыгнул? Блин, я поражаюсь его прыгучести просто. С такими короткими ножками он бы, я не знаю, он бы зубами только ударился бы этот об бордюр и вся. Вверх. Ты раньше убивал людей? Ты это умеешь. Мы делаем, что нужно, чтобы выжить. Я понимаю, звери. Они пища. Драугры, они и так уже... Ну, в этой части Кратос хотя бы хоть как-то разговаривает.
Взять другие, он всегда в основном только либо кричал, либо молчал. Ну, переоденемся. Просто потому, что можно. Они же тоже хотят выжить. Закрой свое сердце. На пути нам предстоит столкнуться с самыми разными тварями. Не пускай в свое сердце их отчаяние. Не пускай их страдания. Закрой твое сердце, говорит. Не давай себе сопереживать им. Они тебе не станут. Я понимаю. Не, ну звук, конечно, отлично прям проработан. Они забегают в пещеру, звук как в пещере. Прям очень хорошо в наушниках слушается. Когда на телеке лобал, не очень было это отчетливо заметно. Третий он молчит и почти не разговаривает. Он больше молчит в первый и второй. Третий он хоть как-то там что-то ругается, орет там хотя бы и там отрывает голову и хоть что-то какие-то реплики произносит. В первой и второй части они же там экономили, все-таки ресурсы игр старые, выходили еще на плойку вторую. Вот, они же там только в катсценах он болтает. И то совсем чуть-чуть. В основном он был в этом плане сдержанный для экономии. А тут его прям разговорили. Надо думать. Возраст уже, знаешь, он не особо готов повоевать, а своему уже хочется посидеть, что-нибудь побалакать на лавочке. Поможешь мне забраться? Будет лучше видно. Подожди, пацан, сейчас мы поможем все сделать. Надо сначала смотреться повнимательнее. Посмотрим, я пока вот не тороплюсь, аккуратненько все собираю. Просто если аккуратно все собирать, то есть вариант адекватно Валькирии проходить. Так, давай, это дело мы крутим. Потом фиксируем эту хреновину топором. Хорошая идея. Отлично, просто замечательно. Теперь подсаживаем пацана. Она сбрасывает цепочку. Пока вот, ну, тут все загадки тут на интуитивном уровне решаются. Запрашивай, пацан. В первой местами были загадки не... Ну, в первой и второй местами были загадки не то, что сложные, а скорее непонятные. Ну, там типа, что там делать? Наверное, для приношения. Ты, типа, приходишь, короче, туда, а там и что? И как это вообще работает? Начинаешь себе голову делать. Так, это разбиваем. Богам плевать на них. Люди. Тут в основном загадки просто ты их можешь не решить, потому что невнимательно смотришь. Так, в принципе, все решаем. Ничего тут сверхъестественного нет. Так, ну и все, давай. Сейчас мы только ведерко забросим. Блин, слезать неохота. Ну ничего. Это дело полезно. Лишний раз прыгнуть и потратить 2 секунды не повредит. Стоп! А как же ты переберешься? С Божьей помощью. Бля, я точно. Я стопор-то забрал. Вот пацан не подскажет, никто не подскажет. А где он, кстати, вообще? А, все вижу. Пойдет, придется возвращаться. Эй, топор-то где? Серьезно, не попал? Семен, Семеныч. Ну, теперь точно. Я что-то вижу наверху. Подожди. Сейчас все будет. Вон там еще срезка одна. Мы сейчас по этому карнизу поползем.
принципе, пока топор не нужен, давай его не будем призывать, чтобы заново эти манипуляции творить. Топор в любом случае к тебе прилетит, как ни крути. А, не прыгай. Эй. А, точно. Прыжок-то на ноль теперь. Ну, пойдем туда. По пути мы встретим других людей? Да. Мирных? Нет. Разных. Грабителей? Возможно. Да. А зачем тут цепь? Подожди, ну, лысый, ты не это, ты не бузи. Тут можно залезть наверх, чтобы что? Я прям ничего такого прям подозрительного не вижу. Ладно, давай здесь поднимемся. Та-дам, там, как волк, ну погони. Та-ра-да-ра-та-там, та-дам. А что было бы, если я по правой стороне пошел? Раньше весь наш лес защищала полоса деревьев. Ага. Но вон там, в ней прореха. Это ты срубил? Она выбрала деревья для своего костра. И он выкосил всю делянку. Мог бы аккуратненько наломать немножко дров и все. Он не же, он как комбайн просто по лесу прошелся. Я. Не оглядывайся. Ой, лысый. Как был балбесом, так и остался. Ты вот поднимаешься наверх. Вот так вот прыг, прыг, прыг. На самом верху оказываешься. И ничего. Может быть, это правда тупик? Ну, вряд ли. Скорее всего, разработчики должны это дело были предусмотреть. Да, других ходов вот нету. А, нет, тут всего один ход, просто кажется, что два. Нормально. Сломалось. Отец, подойди. Куда? Ты где вообще? Чё надо? Чё больной, чё ты звал? Иди, говорит, смотри. Чё смотреть? Подожди, стой. А, вот. Ладно, пацан-то догонит. Ну, он что-то там увлекся просмотрами. Тело на пацана первого зовет. На дорогу до горы. Головой махнул, первый проходи. Успеем до зимы. А если там ему кто-нибудь ладно. По голове сразу же? Херак. И все. Они нас не видят. Стрелять? Жди. Область открыта. Так. Бахнул, чуть-чуть ушатает. Может быть. Давай, наверное, прервемся на 3 минутки перекур, да? Сейчас я подойду. И продолжим. 3 минуты. We'll be right back.
Все, поехали дальше. Так. Нападать будем? Ну а как же? Спрашивается еще. Ну, начинай. Прости, да, не успею, да? А нет, успел. Добивание. Уже он с одного добивания его лупит. И давай, джангл. Добиваю. Нормально. Тоже передохнул. Да, видишь. Следи за ними! Следи, говорит, за ними. А что я делаю, если они атакуют со всех сторон? Уже еще. Можно идти. Все уже. Место. А что он не глушит? Ну ладно, я так добью. Индикаторы угрозы. А, они только сейчас мне про эти индикаторы сообщили, когда уже поздно. Индикаторы нам указывают на врагов за пределами экрана. Золотистый цвет индикатора означает, что враг близко. Красный, что тебя уже атакуют. Мигающий фиолетовый означает, что противник стреляет в Кратоса. Я готов. Я готов. Я готов. Я готов. Подожди. Слева тоже они. Тут еще пока механики боя обучаю. Прости, я не готов. Прощаю, пацан. Да, вот. Видел же индикатор. Место! Не могу! Он стреляет огнем! Это как вообще? Сейчас подойдет. Сейчас подобьем. О, двоих выхватил сразу. Сейчас все будет, малой. Не переживай. Добиваю. Ну тут хотя бы тебя не лупят, пока у тебя проигрывается анимация добивания. Подожди. Чё подожди? Лови гранату. Подожди, пока он своими стрелами. Ну ничего, мы потом из стрел количество начнем. Если хочешь помочь, отвлекай их. Если враг качнем. Моя цель, значит твоя. Но только если уверен, что справишься. Справлюсь. Прям какие напутствия ему дает. Ага, параметры игры, трупцы? Нет. Ой, ладно, потом. Шейр, это же вообще другая кнопка. Или ду-ду-ду. Так. Я думаю, рановато сюда идти. Давай, наверное, посмотрим еще что повнимательнее. Когда начал снимать, в смысле? Спрашиваешь, когда я стримить начал? Или что? Так, а мы отсюда пришли, да? Бля, ну вроде все, вот кроме вот этой штуки. Мерзость. Так. Вроде все, вроде. Ничего не пропустил. Стримить начал, ну, почти 2 года назад. Вот в конце лета будет 2 года. Дальше пошли. Сын. Ладно.
А, ну да, у нас же только Атрей читает. Поселение йотунов. Йотунов? Великанов. Ты можешь прочесть? Не все. Мама научила меня языкам, которые знала. Они вроде как родственны, поэтому я могу иногда разобрать смысл в незнакомых. Надо до конца лет 2К, но тут уж как получится. Было бы здорово, наверное. Тут уж от меня особо не зависит. Что-то еще? Стреляй медленней, за скорость платишь меткостью. Понял. Ну такое себе наставление, потому что... Потому что иногда лучше нашмалять побольше противников, чтобы его быстрее оглушить. Я все путаю, что на крестик, я думаю, что забираться на препятствие. А на ноль надо забираться. Касание Хель. Слабая руническая атака. Невероятно быстрый выброс энергии, отбрасывающий всех соседних врагов и прибывающих и прерывающий их действия. Мы получили камень слабой рунической атаки. Касание Хель. Подобные камни позволяют наделять оружие слабыми и сильными руническими атаками. Ставить рунный камень, предназначенное для него гнездо, можно с закладки оружия. Хорошо. Поместить указатель вниз, чтобы выбрать гнездо слабой рунической атаки. Давай поставим. Так, урон. Ну, такое оглушение, зато больше. Невероятный выброс энергии. L1, R1. Хорошо. По-моему, это не всегда можно делать. Да, их можно еще качать. Чтобы ставить камень слабой рунической атаки касания Хель в гнездо Левиафана, нажмите X. Это понятно. Ставленный камень рунической атаки отмечается особым значком. Чтобы вернуть на закладку оружия, нажмите круг. А его точно нет смысла качать, потому что будут другие руны гораздо лучше. Так что увеличивать пока и не буду, чтобы не тратить ресурсы. Переместить указатель вниз, чтобы выбрать гнездо сильной рунической атаки. Ну, понятно, сильные атаки, но этого нет. Как получат, так скажут. Я бы, наверное, проверил, как это работает. Ого, и все, как да? Ты это сделал? Как? Я скажу. Иди. Ага. Вон гора, идем. Погоди. Крепкий. Мост сломается. Видишь? Малолетний дебил. Помоги, отец! Держись! Скорей! Я сорвусь! Держись крепче! Я сейчас! Так и спину сломать можно. О, лютый замес будет. Хватит бегать. Спешка дорого стоит. Прости. Нормально, я подеремся. А, снова драугры. Но эти не движутся. Они мертвы? То есть, совсем мертвы? Сын. Живые, живые! Ну, понятно, шкала здоровья. Помни, меткость важнее скорости. Да, пока нет. Одного можно разбить другим немножко, что ли, пока они в оглушенном состоянии стоят. Блин. По лишнему лучше не лупить, походу. Но хотя в общем замесе их будет, по-моему, чуть-чуть попроще. Их можно тогда толпой разматывать. И кстати, в первых трех частях любое добивание практически сопровождалось этим. Сопровождалось какими-то определенными этими
прожиманием клавиш. А вот они все где. Это дома, кого-то не хватает. Оценить видео на канале Леха Парадмира. Ну, не сейчас, естественно, потом, да. Он стреляет. Почти готов. Они, по-моему, самая тема сейчас похилится. Пацан, ты пока стреляй там. Я сейчас подойду. Оп. Я готов. Я готов. Равно попали. А я вот нет. Я не готов. Пацан, ну что ты такой? Вот весь мать. Все? Он подох? Ну как, лучше? Все равно спешишь. Не надо, пусть даже выстрел будет один. Контролируй себя. Тихо. Мне бы не свалиться. Покиньте руины. Ну, мне же явно не сюда. И наверх. Посмотри. Стой, а я что-то ту хилку не взял, или это другая выпала? Это хилка такая слабенькая. О, уже получше. Чуть-чуть бабла. Не повредит. А отсюда? Нет, он отсюда. Гора слишком покатая, он там не заберется. Здесь подойди. Тоже вряд ли. Давай вот этих геликов разрушим, что они тут стоят? Только мешается. Читай. Давай. О, тут раньше был рынок. Давным-давно великаны торговали тут с богами. Интересно, бывал ли тут Один? Кто-то наверху! Где? Я его слышу, но не вижу. На стенку ломаешь, что ли? Ну, кто-то точно. Ломает стену! Упс. Я думал, тут надо залезать. Бля, я все равно кнопки путаю. Вместо щита ставлю. Прицел. Даю, помать. Накосячили. Я думаю, со слома стены начнется от сцена. Да, нормально. Наверху! Кто-то ломится сюда! Блин, может клавишу переназначить? Кто-то ломает стену! Ох, а что второй тут? Бля, как он глушит, а? Ты плохо выглядишь! У меня аж через щит достается конкретно вообще. Отец, твою мать! Да не то дело. Кто-то ломает стену! Наверху! Что-то походу я так понял, что на мужика их не пройти. Надо или перекаты
Или что-то такое, ёлок. Давай. Кстати, у меня ярость еще целая. Ломаем одному хребет. Да все, ты че? Побежал куда-то с ним. Подожди. Там, по-моему, еще, да, один. О, ни хрена тут их. Ну и как вы прикажете с ними? Давай вот так вот. А то что-то как-то это все. Кстати, недолго ярость у меня длилась. Но я хотя бы у вас полный ХП. Ну этот ладно вот. А вот это что-то серьезные девочки какие-то. Ну, приказы, стреляй. Видишь, он мне защиту сбивает все. Фига, отошел от пацана. Это последний. Нормально, пойдет. Ну, пропустил. Я тут два раза подох. Вот, в принципе, ничего ты не пропустил. Что-то драугры как-то сложновато дались. Смотри, там наверху проход. Полезли, чё. Ты слышишь? Что это? Кто тут песни поет? Бабка какая-то. Сейчас мы обязательно посмотрим. Пустые ящики. Да песни поет. Синий с конем. Это я не помню такого. Это я не помню такого. Вольная песня. Может, пойдем дальше? Подожди, сейчас пойдем. Вот он. Торопится вечно. Пацан подгоняет, я начинаю ведра пропускать и так далее. Так. Дальше. Пошли посмотреть, что есть на потолках. По углам. О, понеслась. А че его баба не видит? Места! Пока нет. Пока нет. Это я приблизительно помню таких магов. Уже можно идти. Места! Она исчезла? Сейчас появится. Но не для твоих стрел! Стреляй! Вот именно. Давай, пацан, сейчас мы его дожмем. Да, нормально, у меня щит есть. Где он? Пока нет. Ну, стрелы слабенькие, они его не глушат вообще ни разу. Ну, а меня и траванули до кучи.
Мутлендер! Место! Подожди. Давай, добивай уже. Бля, только щит отпустил тут же, нахрен он в меня попал. Опять я дам. Это была настоящая вельва. Никогда не думал, что увижу. Вельва. Ну и название. Так, внизу сундук и наверху сундук. Блять, надо как-то туда думать, как туда пройти. Может быть, даже не сейчас. Ну, наверх примерно понятно, но вот как вниз добраться-то? Тут дорога будет. Потом уже. Кратуса надо учиться пацана своего кидать просто как топор, а потом, чтобы он обратно пролетал в руку. Я же сказал, сын, больше ничего не знаю. Кинул его вниз куда-нибудь, он там собрал тебе все, что надо. Наверху! Он позвал его. И все, все выигрыши. Хорошо. Мягкая сварцхеленская сталь. Это для прокачки. Подожди, это запустит катсцену. Стой. Ну, этих чуваков можно разбить. Загадка, но нам все равно сюда. Надо подняться обратно. Ну как? Иди за мной. Короче, Кратос сам не в курсе, как. Берегись, отец! Добивает. Новенько. А, ну это ярость. Мешочек, так сказать. Где? Тут мне будут объяснять то, что оказывается надо сундуки скрывать. А ничего то, что я уже где-то такой скрыл. Место не припоминаешь. Ну, тут таких мест просто много. И они друг на друга, наверное, похожи. Поэтому не припоминаешь. А это получается у нас спуск. Стой, рано. Давай вниз. И отсюда еще ниже. Вот, и теперь он может добраться до того сундука. Так вот, как сюда спускаться. Да, делов-то. Рыжа плавает. О, у него третий левел. Это было больно. Ни хрена он сносит. Отец, смотришь на телеке и на телефоне. А почему на двух гаджетах сразу? А, на телефоне писать удобно, да, комменты? Да. Это кто же делал? Наверху. Так, у меня есть ярость. Точно есть? Место! Нет, у меня ярости пока не хватает. Так, давай мы сначала сбегаем за яростью. Место! Жду команды! Да какой команды? Я же тебе показывал, что ты должен в него стрелять. Пацан, ты чё? Так, этим мы, если что, потом полечимся. Дереки чуть отстает. Может, из-за качества изображения.
Ну, типа, если на телефоне, короче говоря, стоит по умолчанию 480, то на телеке запросто может стоять 1080. Пока эта обработка, все-таки прямой эфир, как бы, пока эта обработка пройдет, и отсюда время задерживается. Так, давай-ка мы сейчас попробуем того трехлевельного чувака завалить. Давай сейчас с яростью правда сразу же. Так вот как сюда спускаться. Низко! Чик. Прости, я не готов. Давай, полетели. Давай жира сколько у нее. Я готов. И все, и он меня с подачи убивает. О, падла. Еще как вариант, можно просто подбежать, забрать сокровище и нахрен свалить оттуда. Давай без манипуляций, сейчас попробуем. Понятное дело, что игра рассчитывает, что я прям буду потом вспоминать об этом сундуке, ночами не спать и ждать прокачки своей, а потом только приду и все сделаю. Тихо. Так, давай, ок, поворот, поворот. Я готов. Я готов, я не готов. Да я его не интересую вообще. Ну, кстати, вот нечестная тема, то, что он меня вырубается с одного удара. А мы с ним тут... Как в лифте, блядь, я застрял. Мы как в лифте тут бьемся с ним. Просто один неверный перекат и все. Ну тут, наверное, что-нибудь должно быть очень крутое. В принципе, стрелами есть поразон его завалить. Прости, я не готов. Главное все четко делать. Половину я у него отнес уже. Тихо, лысый, держись. Подожди. Я-то жду. И давай там эти своими... Настреливай своими делами. Детскими. Так, он поведение немножко изменил. Чуть-чуть. Олег, я прочитаю комментарий. Я не могу отвлечься. Место. Почти прости, все. Надеюсь, он пацана сейчас не схватит. Место. А то придется еще и с ним биться. За ребенка. Эй, тихо. Давай, осталось-то чуть-чуть. Но никто не готов. Одно попадание, и я покойник. Хорош. Прошел. А, тостер, блин, проспал начало. Все из-за смены крайней. Пипец, посадка, и 2 часа запускались. Отхожу, ничего не понимаю. Ну да, вчера же у нас эти гром, молния, все идем там. Полхаус был. Рубленое серебро. 297 всего рубленого серебра. Да понятное дело, то, что этот. Подустал, поэтому. Проснуться еще тяжело. Это бывает. Золото и гира. Мягкая сталь, короче. Ну, я стой. Сейчас с ним бился. Чего стоит? Они передвигаться стаями. Они не ждут нас там целой толпой. Злые, как змеи. Хватит. Прости. Да, пацан, подумаешь. Ты хорош. Нагнетает он тут. То есть,
Фактически я сейчас с ним бился. Врагом на несколько левелов больше моего. Просто ресурсы. Надеюсь, они пригодятся. Так, тут скрыто же, да? Да, скрыто. А вот вот это вот ведерко-то я пропустил. Чик. Я. Сейчас мы тут. Следи за ними. Тихо. Успокойся. Ну давай, чуть-чуть ангелов ему. Ну, он не заберется, да, сюда? Не, забирается, смотри, наглый какой. До свидания. Все, он холодный. Так. Что это там? Пацан, сейчас потом расскажешь, подожди. Давай-ка мы хпшечку пособираем. Оп, и вот тут еще. Немного яры не повредит. Я спать, очень интересно, это что, я на каждом стриме постараюсь быть, ну, если получится, буду рад видеть. Заходи. Все. Собрал я то, что надо. Это у нас товарищи лишние, а потом, потом мы туда только пойдем. Сейчас мне расскажут увлекательную механику вскрытия сундуков такого рода. Это вот. Окей, я там тоже втухал до 5 отработал, или и в 2.30 опять на работу до часу ночи. Ну надо думать, он же ответственный за это все дело. Ну в смысле, не по его вине, а то, что я имею в виду. Начальство всегда должно присутствовать, когда какой-то замес жесткий. Без этого никак. Ты сказал, что нас могут попытаться ограбить. Я убью того, кто рискнет. Я не боюсь. Если придется драться с людьми, ты отойдешь в сторону, понял? Но я умею сражаться. Я запрещаю тебе ввязываться. Разговор окончен. Че, пацан, да пиздится, он ему щеку порвет. Спасибо огромное за проведенное. Тебе спасибо. Спасибо, что зашел. Так, где-то тут есть еще одна синенькая хреновина. И она, скорее всего, там за мостом. Надо подумать, как туда попасть. Я вот не вижу. Давай, наверное, заберемся назад повыше. Может быть, там под каким-то углом будет лучше видно, я не знаю. Ну вот оно. Мне до топор не долетает. А, вот, подожди. Сейчас мы мост соединим. И все там долетит. Тоже второй сундук. Кстати, вчера после вот то, что насчет посадок-то, я вчера тоже вот не решился все-таки этот, мог, думал постримить, короче, но не решился стрим запускать, потому что дождь как влупил с грозой, со всеми делами, я думаю, ну нахер. Один раз вырубили свет, второй раз, такое себе. Почти готов. Я думаю, понесет. Давай-ка. Накажем дядя. И порвем ему жопку. Отец говорит, это твой шанс, прям как звездный час. Ты его сделал. А нет, блядь, не сделал. Батя все сделает. Еще одна эта курва, блядь. А вот это вот хреновенькое сочетание, кстати. Так. Бля, я влетел на этот черенок. Я влетел на яд. Так, пацан, давай.
Ты хоть подстреливай. Подожди. Блядь, еще один. Не, тут гадалки не ходи, надо их так лупить. Хотя бы минус один будет. Вон, этой пизде досталось. Прости, я не готов. Все, валим, валим, валим. Пацан, где ты там? Я не готов. Ты с кем там дерешься-то? Бля, жопошник малой. Как обычно. Я уже готов. Я готов, я не готов. Идет нас с тобой драгуром очим или че? Все, батя, батя, батя унес своего кореша куда-то. Я готов. Прости, я готов. Готов. Я готов, я не готов. Я готов, я не готов. Я убью ее, только скажи. Ой, 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 что-то я на какое-то комбо вообще, блин, ты всех нарвался. А что происходит, а? Блин, это падла-то сдохнет когда-нибудь, нет? Так, вот этим точно можно сказать до свидания. Они там позолочены, где-то подохнут. Прости, не могу. Блядь, сколько это ведьма сраная. Кровью попила. Ну ладно. Да. Отхилимся. Тяжело. Да, попадок, конечно, был. Попадок, конечно, был знатный. Они уже начали мне врагов. Ну как? Ну подожди. Они уже начали врагов миксовать. Причем в каких-то двинутых последовательностях. Не то чтобы по нарастающей, а как-то с места в карьер. Хотя... Может быть, они так же жестче будут продолжать. Просто у врагов будет левел вырастать. Итак. Я же еще там не все собрал. А они мне тут уже задач нарезали других каких-то. Туда он явно не допрыгнет. Берем сундук сначала. Там тоже какая-то на площади народ стоит. Атрей, ко мне. Атрей. Второе яблоко. Еще одно, и у меня хпшки будет чуть-чуть побольше. Прям на петушечку. Давай, подходи по одному. А пацан там что, через стенку их стреляет? Ну ты задрот их даешь. Так. Иди сюда. Добивай, что-то. Ты тут стоит. До свидульки. Последний. Неплохо. Пацан, а что ты не стреляешь? Добиваем. Ну, я вот готов. Тут за добивание ты больше, ну, условных орбов не получишь. Ну, чё ты? Эй, лысый, блядь. Он не хватал почему-то. Урак оглушён. Всё, ништяк. Схватил, казалось бы, да, за загривок, да ёбни как следует. Нет, стоит, тупит. Чё это такое? А, пилочки. Тут у нас шапито, да? Ну, точнее, какой-то кукольный театр современный. Еще один. Его звали Громгнир. Мама рассказывала. Огромный каменный воин. Похоже, был жестокий бой. Там Один, Тор,
Даже мировой змей. Так похуй, что неинтересно. Наверное, Тор разбил ему голову. Но смотри, его раздавило тело Громгнира. Идиот. Где? Как ему голову разгромил? А, нет. В этой каше вообще ничего не понимаю. Поднявшись сюда, что мы найдем? Вот я не знаю, сюда сходил вообще. Немножко экспы даже наваливают. Тут самая тема еще на потолок поглядывать. Сын. Чё? Слушаюсь. Этот язык я уже видел. Малой бумажку какую-то подобрал. Свиток, легенда. Ну ладно. Там одна история, охуительнее другая. Стой, мы можем что-нибудь качнуть? Прям, чтобы вообще хорошо стало. Тут, походу, нет. Да, я ничего не собирал тут. Броня то же самое, да? Как дали в начале, так и бегаю пока что. Так, ну все, там почищено. Тут тоже. Шли теперь. Где мы сейчас смесились с чуваками? Сдается, мы все равно выйдем вот с этой пещеры как-то. Я думал, он хоть умно что-нибудь скажет. Смотри-ка. Куда? А, ну понятно. Перебор. И? Получилось. Ясен перец, что получилось. Подожди. Почему мы не оказались вон в той пещере? Думаешь, тут безопасно? Думаешь, безопаснее там? Что дадут? Мягкая сталь. То вот прям заваливают ресурсами, а на шмоток никаких. Разве мне не нужно хорошо выглядеть в мои-то годы? Не солидно же в этом одеянии носиться. Что за вонь? Давай! Это скитальцы? Люди. Гляньте. Быстро разводите костры! Гопники. Гопники местные. Уже столько дней без мяса. Мясо? Это мы? Назад. А вдруг перекинуться? Живыми будем держать, а мясо отрезать понемножечку. Сражаться я буду один. Вообще все банди пизда одновременно наступила. Вот что этот. Волшебная подача. На площадь с людьми делает. Все, пацан, можешь не ссать. Души штаны. Оставлять он него не хочет, да? Ну, тут ирок мелкий. Ладно. Я ему так ноги отрублю. Еще что ли есть? Да, вон еще. Ладно, побежали. Все. Минус борода. А, еще один. Этот прям основательно там заныкался.
Аж катсцена. Атрей! Пацан ему уже шею проколол, чё ты слышишь? Чё, это кому? Мальчик, что с тобой? Да подожди, нормально с ним всё. Он как бы немножко Локи. Его убить нереально. Ну про это же естественно не говорят, извините за спойлер. Кто не знал. Чё-то. Он не подвергом занимается. А эта дверь, мы откуда пришли, да? Ну все. Пойдем, пора помешать этому злодею увыркаться на моем пацане. Мне чтоб скинуть его. Лежал, сдал, пока батя подойдет. Щенок. Панович. Подумаешь, мужиком здоровенным придавило. Но это же не на смертельно. Он бы лучше переживал то, что я 3 раза сдох, пока закрой, мы гоблина все, убивали. Все. И рот свой закрой. Что на глаза надавит. Сам говорит пацану не расслабляться, и сам тут же расслабляется. Его сейчас чуть не угрохнули. Пошли, пацан, удохаться. И тут такая рукопашка. Давай, оп. А пацан стрелять не хочет, он до сих пор в шоке, да, попал? Да, он стоит там, трясется в углу, ничего не делает. Помощничек сраный. Сыночка сраная. Вообще не стреляет, ты смотри. От жопа шли. Он ему даже дождал. Пацан весь пересрался вообще. Они вернулись. Все кончено. Что удивительного, я не понимаю. Тогда соберись, надо искать выход. Я стоял, смотрел, как его батя мудохнул. Секунд. Вот. Он мне больше не сын. Опусти цепь. Ладно. Ну и что-то. Нарезай на батю. И... А, нужно же ему указать, так что это... Атрей, цепь. Что он там делает? Да, цепь, точно. Не, он прям это, он до сих пор в шоке. Там еще его подгонять, каждые 2 шага надо. Ты ушел в свои мысли. Не думай, он бы тебя убил. Но волшебный топор знаю, всегда поможет вернуться знаю, из астрала. Ну-ка иди сюда, пацан. Сейчас мы тебя напомним, блядь, с кем ты гуляешь. Идем домой. Что? Так быстро сдаться, едва начав путь. Как у них, знаете, был бы с матерью, я точно пытался, бы убился. Я просто... Мне надо, ну, отдышаться. Поднимайся, я готов. Тебе же нужно отдышаться, стоит шить, чё? Я тут погуляю пока. Десять лет тупил, чтобы цепочку скинуть просто.
Подожди, тут еще можно пройти, по-моему. А нет. Тут только для пацана ход. Что за скрипочки? Мне же не послушалось. Чтобы хорошо сражаться, воин не должен сочувствовать врагу. Впереди у нас долгий и трудный путь. Мальчишке на нем нет места. Ты должен стать воином. Я понял. Воином, мальчишка. Вставай, двигай души! Там он уже прессует мальчишку этим. Подожди, ты, я еще сундук не скрыл. Новая сталь. А, нет, это, по-моему, гном какой-то, или как его там зовут? Горбатый такой. Кузнец. Вроде он. Да-да. Не с брательником нам будет по мозгам ездить до конца игры. Это прикольный чувак. Ленивая тварь никак не хочет идти через мост. Ее напугало что-то там, за деревьями. И что там? Отец, брось топор вон в те деревья за мостом. С белыми стволами. Хоть раз. Березу, что ли? Пожалуйста. Деревья, говорит, без белыми стволами. Даже березка, березка. Прав. По ней еще и сильно плакал. А пацан-то глазастый, я смотрю. Ты ж пацан, да? Но! Как ее имя? Подъебочка. Я не знаю. Мое имя эта скотина не спрашивала, вот и я ее не спросил. А твое? Брок. Вера Логан. Пацан с животными разговаривает, да? А! Слушай, ты мне, конечно, не поверишь, но это твой топор. Его я лично сделал. Вместе с братом. Это один из лучших. Смотри, никому не давай его чинить, кроме нас двоих. Дай! С ним надо умеючи. А то ведь так напортить можно. Слышь, мужик, а хочешь, я его тебе прямо сейчас подточу, а? Ну, что скажешь? За умеренную плату. Ты прав. Я тебе не верю. Идем, сын. Внизу рукояти есть руна по форме, как вилы. Диггер Бикет Тумбар... Кратос даже сам об этом не знал, что ли. Это было наше клеймо, пока мы с братом не разбежались. Вот у меня его половина, видишь? Ну чё, мне с ним поработать или как? Хорошо. Но смотри, чтоб улучшил. Еще бы. Ну, ресурсы есть, можно улучшить, наверное. Сейчас посмотрим, что это даст. А где вторая половина клейма? У моего тупорылого брата. Зато весь талант у меня. Гляньте. Что вам на этот раз нужно? Улучшение оружия. Добро пожаловать в лавку гномов. Здесь вы сможете улучшать свое снаряжение, а также создавать новые предметы. Чтобы вызвать мне улучшение, нажмите... Брок дал вам замерзшее пламя. Это очень редкий ресурс. Различные ресурсы, найденные во время путешествия, можно использовать для создания улучшения предметов. Выберите Левиафан. Снаряжение влияет на характеристики и степень опасности Кратоса. Улучшив топор, вы увеличиваете его влияние на силу своего героя и получите возможность побеждать более опасных врагов. Здесь показаны характеристики и степень опасности Кратоса. Чтобы увидеть описание характеристик L3. Синий. Помнил. Да, синий. Потом еще один, другой синий будет, но уже гораздо позже. Чтобы увеличить урон от рунических атак, повышайте силу рун.
Но пока рано еще силу рунд повышать. Чтобы ускорить восстановление рунических атак, повышайте восьмерку, знак бесконечности. Ну или песочные часы, наверное. Восстановление, короче. Ну, способность стамину надо. Каждая характеристика по-своему влияет на игровой процесс. Чтобы открыть описание, еще раз нажмите Alt. Синдри, да, второго зовут. Ну, этого я забыл все имена. Вот помню Кратоса и Атрейса. Характеристики, повышающиеся при улучшении предмета, указываются на его карточке, а также в таблице характеристик Кратоса. Ну, улучшения приводят туда-сюда, ресурсы требуемые, но это тоже показывается. Улучшаем. Все, теперь можно замерзших чуваков бить, да, походу? Успешное улучшение. На закладке навыки доступны новые способности. Улучшение топора. Не хватает. До второго уровня. Для дальнейшего улучшения вам нужно найти еще одно замерзшее пламя. Ладно, улучшение оружия. Дает вам возможность приобрести новые навыки. Чтобы сделать это, перейдите на закладку навыки, меню пауза. Хорошо. Что-нибудь для мальца? Да, пожалуй. Хотя... Кто-нибудь еще? Нет, это точно я качать не вижу смысла. Они все зеленые. Херня. Мы лучше... Ну да, понятно, топор не прокачать. Но лучше давай-ка лучезу, то улучшим его. Я вот не помню, лук ведьму видел. Я вот не помню, лук потом меняется или нет. Или он просто прокачивается. Успешное улучшение, закладки навыки, доступны новые способности. Хорошо. Еще. Чего так нужно-то? Ну, есть зеленая броня, но я не буду тоже тратить леса, потому что они не так уж часто встречаются. Смотри, не спугни. Наш приятель снова прячется за деревьями. Давай, бросай свой топор. Для меня найдется место. Только не сломай мне там ничего. Да, ну эти кренделя лютые вообще. Пацан, где находится? Ну, чуть побыстрее их разматываю. На чуть-чуть. Знаешь, что приемлемо? Твоя стойка! Я в дерьмо наступил! Юморист, хрена. Где пацан? А, он у нас теперь в драках что, пока не участвует? Видимо, сильно ему мужиком прилетело. Короче, как-то удобнее их джанглами добивать. Ты небось тоже так выучишься? Не уверен. Потом. Эта дорога ведет к горе. Не умеет, научим. Не захочет, заставим. Идем. Рад встрече, Брок. Придумай имя твоей зверюги. Имя ей — сраная благодарность. Эй, сраная благодарность. А ну иди сюда. А хорошо. Давайте еще поболтаем. Что еще надо? Почему у тебя половина клейма? Потому что я со своим никчемным братцем больше не работаю, ясно? Уступать ему клеймо я был не готов, он мне тоже. Вот и пришлось нам распилить клеймо ровно посередке. Мы, если что, можем игрушки загнать, я понял. О чем мы с ним договорились по-братски. Чего тебе? Обнимашек? Отвали. Прости.
Ну, гарные дядьки. Второй, правда, как сопляк себя ведет, но этот прикольный. А, я даже не заметил. Возможно, это что-то ценное. Набор артефактов. Ясен перец ценное. Подожди. А вот здесь как раз можно и спуститься, по-моему, да? Ну, что-то вот знакомое прям все. Но мы тут шли по верху, по низу точнее. Где-то здесь был спуск такой. Вот здесь вот мы с этой ведьмой мочились. А вот здесь у нас спуск, да? Да-да-да, вот он. Нашелся. Так, теперь я точно здесь по максимуму, по-моему, все обошел. Ну, собрал немножко бабла, ничего страшного. Ты бросил меня в бою. Это да. Да. Это по-мудацки было, чувак. Со всеми прочими ты сражаешься, пока я не остановлю или мы не погибнем. Ясно? Выполняй обязанности или повернем назад. Я понял. Хорошо. Низко! Что он орёт? Дениска? Дениска! Это просто срезка. Мы снова здесь. Да-да, все верно. Возвращаемся обратно. Сейчас от синего получается надо идти либо на мост, либо там вот где двери какие-то, там у него. Что это такое? Если мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Давай заебнем. Смотри наверх. Без сопливых. А то ведь костей там не соберете. Так, а что тогда вот это у нас за мост? А, так мы по этому мосту сейчас с лошадью шли. Все понятно. А тут тогда тупик. А, ну окей, все. Все. Я уж что-то начал думать, что тут не тут. Пока нелинейная игра уже началась. Прости, я отвлекся. Продолжайте идти к горе. Топор ты не хочешь призывать себя? Или он в позе рака не призывает его. Топор. Кажется, здесь можно пройти. Угу. Ижак. Закрываться дверь будет? Как хотите. Я думаю, она уходит на проход. Потом по этому поводу, да, вот сейчас как раз уже начинаются загадочки небольшие. Выглядит заманчиво. Так залезь туда, что ты заманчиво ему. Ну, пацан, а. Вот там реально, там же такой проход здоровенный. Там два таких, которые влезет. И Кратос заодно, да, вот он. Вот с этой половины Кратос поместится, а вот с этой Туатра я еще залезу. Как обычно. Ладно, может через верх как-то можно попасть. Пошли, пацан. Жди здесь. Ага, биться мы будем на кулачках, да? Ой, это я зря сделал. Я забыл совсем.
Добивает ты, блядь, его. Они слева! Они везде. Надо было на кулаках мочить. Ничего страшного со мной не случилось. Выглядит заманчиво. Отож. А что, разницы никакой типа нету? Жди здесь. Нормально. Сейчас на кулачках затащим. О! Надо топор не призывать. Нормально вроде. Кому пинка, кому врыло. Все, тот вообще улетел, умер сам. Но они прям призывают, чтобы я... достал свой топор. Тихо, тихо, тихо. Да, ну куда там слева? Где он вообще? Все, почти. И добил. Всего 30 опыта, да? За такую толпу. Хорошо, что я хилки не брал. Пригодился. Мне кажется, это еще не все. Да. А этот чувак помощнее. Да, очевидно. Ирал меня долбанул. Конечно, они ушибают просто тебя на раз. Давай мы два смычка его накурим. И хпшечку. Бля, как же это разнести-то? Не то. Окей, дальше давай. А так она все равно, да, закрывается. Ну, надеюсь, сейчас уже точно никто не вылезет. Че? Че, малой, там прикалываешься? Так, давай. Для начала. А тут и сундучок. Сейчас мы все сделаем, не ссы. Сундук я взял, допустим. По-моему, надо, короче говоря, опустить сначала. Подожди, вот тут еще проход есть. Только я его закрыл. Если я еще раз призову топор. Вот, все. Теперь понятно, как туда добраться. Делать я не стану.
Малой. Поехали заново. Ну, что, блядь. Сначала, по идее, надо по низу пройтись. А потом у нас эта платформа опустится. И мы еще поверху пойдем. Так, давай призываем, открываем с удара вот эту дичь. Все, батя не успевает. И еще на раз. Сюда. Сейчас. А наверх мы попозже попадем. Да. У меня нет сил. У тебя и матери нет. Что дальше? Все, теперь мы это дело закрываем, и как раз у нас тут будет проход. О, вот это находка. Чип, да, вот мы отсюда прыгаем, и там будет какая-то секретка. Ну, вот там внизу будет сундук. Я уж думал, не выберемся. Я не дам нам погибнуть. Он так откроется, что? Запечатанный сундук. Внутри да. Хорошее. Замечательно. Надо только найти, как открыть. Где-то тут три буквы должны. О, первое. Чик. Офигеть. Слово офигеть у нас говорит пацан, который живет в Скандинавии. А за третьим что, надо по кругу как-то обходить? Подожди, не повнимательнее. Ну вот оно, видно тут. Надо немножко приподняться. Оп. Этого хватит? Да, хватило. М? Смекалочка-то. Когда шмотки уже начнут давать, а то что-то давненько не было. Рог меда крови, легендарный предмет. Вы нашли один из первых, ну, первый из трех рогов меда крови, необходимых для увеличения максимальной ярости. Да, других шкал-то я у нее не видел. Сердце того, кто отведает меда крови, наполняется неукротимым гневом. Ну, короче, пивка въебал, и все, ты синий, короче, у тебя начинается ярость. 9 рогов этого меда спрятаны в сундуках с запертых магией. Каждые 3 из них повышают максимальную ярость Кратоса. Понял, принял? Положу. Сюда. Пацан там ждет уже полчаса. Куда иди? Красиво тут у вас. Никогда не был так близко к горе. Огромная. Жаль, мама не увидит. Он хотел его погладить. Но нельзя. Идем, сын. Чтобы не выросла тряпка. Еще такие. Отлично.
Чувствую, всякой дичи могу понабрать и потом как продать это дело. Что это? Мальчик. Смотри, тут начертаны руны. Мальчик. Подожди, мальчик. Не торопайся пока. Прочитать тебе руны? Да подождите, блядь, со своими рунами. Мы сейчас отсюда будем на этой штуке мне этими крутить. Хорошо. Давай, читай руны. Что сказано? Вдвоем, втроем ли мы станем одним, но одному не быть таким. Загадка. Может, где-то тут есть подсказка? Ну, вот эту пижню надо зафиксировать потом. Возможно, эти кольца должны вращаться. Ну, понятно, они должны сделать и слово. Чтобы они совпали, как получилось слово. Но сначала надо покрутить. Отсюда я попаду? Да, нормально. Давай. Кручу и верчу, запутать тебя хочу. Да, конечно. И они, наверное, хер остановятся, да, теперь? Их надо фиксировать поочередно. Как у нас с центра начать? Смог бы заморозить эти шестерни. Спасибо, Кэп. Эта часть подходит. Угу, не благодари. Последняя осталась. А это вот она. Ну почти же. Лево надо перевернуть еще. Да, еще перевернем. Пойдет. Читай, что ты тупишь-то. Мальчик, ты что нам говорят руны? Слышишь, ты сейчас меня доведешь. Тут сказано «семья». Это не подсказка, а ответ. Из одного не выйдет, смотри. Да? Напиши эти руны ножом на песке. Чего? Кинсло. И морда его в этот песок. Тресь так. Что-то тресь. Вон, тёлки тут головы свои повернули, сейчас как откроется сейф. Пошли, пацан. Хорошо, что встретили Брока. Но еще лучше, что уже уходим. Это уже позади. Лысый псину доедает? Или кто это, козел? Козел, а внутри его помидора. Он сам себя, что ли, фаршировал? Нет, чуваки какие-то жили. Они сушили ворон и ели козлов. Не будем мешать. Еще одна для коллекции. Кстати, вот такие картинки уже рисунки встречаются регулярно. Что это там наверху? Пацан, ну куда ты опять торопишься? Он часто подгоняет, ты начинаешь торопиться и мало чего исследовать. А это что? А это вот там вот что? А вот тут, вот. А прикольно. Офигеть, а давай вот это посмотрим. Может, я, блядь, топором ногу отрубить, а? Смотри, батя метко кидает. Сын, чьи следы? Может, кабан? Не знаю, но я найду. Иди. Кабан. Воину важно не терять свои навыки. Что-то не очень это на кабана похоже. Ладно, пускай он там бегает. Он хотел бегать, вот пускай бегает. Да никак, да? Сейчас на кабана пойдем.
Пацан хитрый какой. Забрался сюда, стоит. А не, я тоже так могу. Вот и кабанчик пожаловал. Здрасте. Вперед! Вперед! Для закрепления будем биться со вторым. Я не готов. Как будто я готов. О, видишь? Он вообще на него внимания не обращает. Берегись, отец! Кабана на 13-й кордон, да? Только свиненок вот, мутантом оказался. Кортик. Не отобрал и глаз подбил. Слушай, но у него, по-моему, хп побольше. Поменьше. Ну не такой жирный. Либо я качнулся. На пацана не обращает внимания. Молодцы. Да ладно. А ничего, что тут еще швыряется? Пиздача лысая кочурится. Может быть, у него есть целебный камень? Ну, конечно. Но эти стрелы как слоны дробина, я что могу сказать. Пошли камни собирать целебные. Я готов. Я готов? Я готов стрелять, что ты готов? Не готов. Через 2 года мы его убьем. Как раз пацану 18 стук исполнится. Давай, наверное, так вот, да? Покричим, побьем его чуть-чуть. Прям в яйца. Ну так, полхавы с него. Пацаны, он ничего не сделает. Правда, это серьезно, он будет 2 года его убивать. Тут, скорее всего, так вот, 2 раза и бежать. Пацан его не отвлекает. Пока нет. Нет, что-то есть. Да. В рассыпную. В рассыпную. Будем драться как львы. Да. Сейчас мы на него еще вот так вот. Там лысого отнесло вообще. Он, наверное, там сам охуел. Так, вот плохо дело. Он сейчас особенно будет агрессивный. Потому что он на второй фазе мотает туда-сюда поленом своим. Пацан, ты давай постреливай, постреливай. Этот ядовитый хуй носит чисто бафами своими много. Пацан. Вообще, он его не отвлекает. Все еще. Блять. А эти гаврики будут. Сколько бесконечно, да? Ну-ка, иди сюда. Ну-ка, иди сюда. Блять, он еще на площадь возле себя бьет. Ну-ка, нахуй. Хорошо, продолжай. Хорошо. Да пацан не всегда по ним стреляет. Все, он не заэтовался. Прям в ебучку перца мне. Ты дурак, нет. Блять, плохо дело. И чё его опять на тоненького тащить предлагаете?
Пизда, все пустое. Тихо, пацан. Вы там пока разбираетесь. Но это все не то. Дениска говорит. Берегись! ХП-то нету, че берегись? И он там стреляй его чем-то. Я уже готов. Ага, сундук не взять. Ну готов так? Ты выживешь? Стреляй. Нет, блядь, не выживешь. Ну, он его не бьет. Он сейчас просто возле него стоял, я раз 15, наверное, нажал, блядь, на удар. Берегись, отец! Пацан сам там на пиздюлях, это я куда-то застрял, блядь. Во что я там застрял? В камень? Сука. Отец сам. Там просто по всей арене пиздок получает. Отец! Дениска! Так, Дениска, давай-ка! Давай-ка ему полфазы снесем чуть-чуть, да, наверное. На, я не достал до него вообще, блядь, два раза. Такое. Враг стреляет сзади! Ты давай там, умирай потихоньку. Крысюка, блядь, стоит тут, настреливает это. Хуйней свой. Нет, нелегкая сложность. Отец, смотри, прямо обосрались, да-да. Вот именно так у них все тут и происходит. Я уже готов. Он не отвлекается на него. Ай-яй-яй-яй-яй. Прям в зубы мне двинул. Максимальная сложность называется сын мудака, блять, выжил. Отец, берегись! Он лучше бы поменьше орал. Бам, бам, бам. Все, не ранище. Это пройдет. Это пройдет. Это пройдет. Хуйня то, что ожоги на пол ебал. Это все пройдет. Так что, если у вас горит туловище, это пройдет. Дениска, а что он правда орёт? Он орёт про какого-то Дениску. Ну, надо только сильными ударами бить. Дениска говорит. Хуяк, хуяк. Ниста! Это пройдет. Прости, я не готов. О, блядь, эти клоуны. Подожди, теперь я не готов. Хуй куколка лысая. Так, киляемся еще. Еще двое. Что он говорит? Это Дениска, короче. Ай-яй-яй. Блять. Все, вроде. Хорошо, это пройдет. Хорошо, надо полечиться чем-то. Где-то тут. Вот они. Хилки. Да ладно, были же. Значит, тут эти. Плюс еще. Немножко яра есть. Оп, погнали месить. Тихо. И надо поймать на чем-то.
Ты там держись, это пройдет. Я готов. Я в одну сторону от них бегу, они за мной, блядь, другую. Что-то непонятно, за кем он охотится, то ли за рыжим, то ли за мной. Кстати, у меня сын рыжий, блядь. Это позор. Хотя, может быть, они специально его рыжим сделали, типа у него души нету. Стань за мной! Нет, не надо. Пойдем за ним лучше. Вон, видишь, как он машет, старается. Все. Пока он отдыхает, наебывай его вот чуть-чуть. Все. Ждем. Ждем. Тихо, 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 тихо. Аккуратненько. Все. Валим. Следи, говорит, за кем следить? Опять прицелился, что ли? Да нет. Так вот, мы пошли, говорит, на кабана. Заебись у них кабан. О, забивание кабана. Пиненок ваш мутантом оказался. Лап не подбил и кортик отобрал. Ну ничего, ты второго раза как прошел так. Научи меня этому. Нет. Мы справились. Мы справились. Там на пизделях катался 2 часа. Наковальня и Вальди. Сильная руническая атака, сокрушающая атака по площади, замораживающая всех врагов, которые оказались в радиусе взрыва. Вырим. Можно ли это поставить? Эти навыки появились. А, ну вот, все, 2. А как она действует? Ну то. Как ее вызвать, эту атаку-то? Возможность провести дополнительную атаку, нажав R2 после начального удара. Ну, посмотрим, как она хотя бы визуально выглядит. Есть, конечно, и зоны ее качнуть, но, по-моему, не так, чтобы очень. Какие могут быть козырные ресурсы сейчас даваться в начале игры? Мы еще мамашу нету, по ветру, блядь, не раскидали. Нет, рано еще сейчас что-либо качать. Потом найдется еще. Так, топор. Не то. А, просто нужно нажать и все, купить. Длинный прорыв. Это и есть, да? Как переключаться-то между ними? Эй, Семен, Семенович. Другой стик, оказывается. Это куплено. Хорошо. Это что получается? А, у меня все равно уже все кончилось. Ладно, я хоть что-то купил. Что он делает вообще? Нажмите R1 во время бега, чтобы провести атаку в прыжке. Блять, так это стоит вообще. Я не хотел так вообще. Понимаешь, что не хватает. Повышение скорострельности. Ну. Вот это, наверное, лучше. Хотя Атрей будет самостоятельно помогать Кратосу, заметив врагов в определенных уязвимых состояниях или нападения на самого Кратоса. Ага, вот это куда важнее. А то он так и будет ходить тупить возле меня. Тут уже явно ни на что не хватит. А вот это... Атрей может выполнять верхние оглушающие атаки, когда враги находятся близко. Он сам это будет делать? Ну давай. Я, блядь, посмотрю, как ты делаешь это, сучонок. Не дай бог. Закопаем вместе с матерью. Ух ты. Вот, что написано.
Вылези из воды. Символы трех норм. Он в море утонет, купаться больше не пойдет. Судьбы. От них добра не жди. Ладно. Так, это первое, колокольчик. А их надо очень быстро, да, за это вот. Пока звон не прошел. Понятно. Причем нужно, получается, стоять в определенном месте. И херачить во все колокола. Я слышу впереди твою добычу. Так, подожди ты добычу слушать. Рыжий, подожди, не иди туда. Рано. Мы еще не закончили. У нас еще колокола. Первый, второй, там третий. Бля, ну... У меня оттуда топор не долетит. Кстати, где-то тут же сундук еще был. Он вот тут. Здесь есть на что посмотреть. Согласен. Поворачивайся там, малой, штаны снял и пипкой своей маленькой светит. Он эксгибиционист. Колокольчик как-то надо звякнуть. Сейчас еще я здесь гляну, что есть. Да ладно. Мы отсюда спускались, получается. Этой дороги не помню. Или вот проход, с которого мы вышли. Я не помню, мы с пещеры приперлись или нет. Тогда зачем там проход? Да, мы с пещеры шли, я еще говорю, то, что он что-то высоковато забрался. И сам попробовал, и забрался тоже. А там тогда что за проход такой? Ладно, туда ничего не пройти. Заблудились? Да не бзди, малой. Заблудились. Во-первых, можно ли подсадить его? Нет. А теперь можно. Иди-ка сюда. Давай, давай, скидывай эту пижиню свою. Где-то определенно будет такой угол обзора, что со всех трех точек я буду доставать топором. А, да, смотри. Просто почитать. Пацану книжку нашел. Интересно. Пожалуй, стоит записать. Я думал, стишок какой-нибудь интересный прочтет или сказочку. Записал, ушел. Короче, весь в мать. Так, наблюдая за тем колокольчиком, докуда я докину топор? Не знаю, что мы тут делаем. Ну да, прилично так-то бежать. Давай, 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 лысый, быстрее. Бля, ну чуть-чуть не успеваешь. Как быть-то? Я забрался особо никуда.
Либо у них разная продолжительность звенения. Это правильно выразиться. Чё мне вот не отмечает? Ну. Точно, у Кратоса же бег есть. Годится. Всё, не надо мне тут ля-ля. Лысый бегать у нас умеет же еще с ускоренным в этом темпе. Все, 3 яблока. У меня хп больше. Отлично. Максимальное здоровье увеличено. Вы собрали 3 яблока и дун. Максимальное здоровье увеличено. Чем об этом 2 раза писать? Чтобы запомнилось. Так, наверху мы были, сундук я взял. Я теперь лысым буду чаще бегать, короче. Пусть кости свои старые разминают, а то потом артрит, всякая эта хуйня. И последний в 5-й педучасток. Дальше. Мы тут кабана слышим. Ну вот сам ничему не учится. Теперь не спеши. Натягивай до груди. У кабана толстая шкура. Надо его в глаз как белку ебошить. Чик. Ну, да ладно. Я же попал, да? Попал. Я видел, я видел, да. Я видел, попал. Может, он волшебный? Сам как думаешь? У него нужно было Кратоса запустить. Кабан. Так догоняй. Пас. Рыжий. Ладно, пока. Будь готов. Снова люди? Что-то другое. Сейчас кабан уйдет. Конечно, это подстава какая-то, ну а че вы? Здорово, батя в здании. Тут эти странные дохлые твари. Обычные синие трупы. Дохлые твари. Что за пренебрежение? Мы на одну старую дохлую тварь, он в мешочке барабаним на гору. Ничего, никто не сказал. Тут и драугры есть. Они что, сражались? А, я думал, мы сейчас уже мудохаться с ними будем. У драугры пока больше всего напрягают. Они прям лютые какие-то. Выносят на раз-два. Потому что щит вышибает у тебя. Возможно, если его прокачать, конечно, он как-то будет и лучше действовать. А где он этих драугров увидел? Может, его глючит? Я вот только синих жмуров вижу. А, нет, вот эти драугры. Это интересно. Угу. Действительно интересно. Хуя он тут. Ландшафты меняет вручную. Это умер сидя. О, вот это находка. Согласен. Будет находка века. Просто потом эти ништяки. Вот. Так, стоям бы. Отец, я готов. Да, мы теперь ледяных можем шпарить вообще за раз. Ништяк. До этого только кулачком можно было поработать. Смотри, он залез возле них. О, он. Прямо что глючит, а? А, кабан залез под колонну. Я уже было думал. А то, что у него сзади полдома рухнуло, так это кабан не заметил вообще. Локоть вверх, не дрожать, спокойно.
Решил в очко пробить. Точно уже попал. Не упусти. Тогда вечером будем за кабаном бегать. А нож просрал. Ну и как с грибами пойдем? Все, пиздаем. Волосы накажет. Мальчик! Да, уже не до ножа. Сам-то найдется, мало ли, можно пропустить какие-нибудь интересные сокровища. Может пострелять, кстати, я давненько на потолок не смотрел. А уже и не покажут, все в тумане. Где ты? Мальчик. Ну, что я требовала ожидать, пацан везде у нас сейчас звучит. Атрей! Он замедляется! Он типа сзади как будто. Подожди меня! Отец, сюда! Ой, яка какая напряженная прям. Как будто я должен за рыжего переживать. Да все, все, батя ушел. Ёжик, лошадка. Что вы наделали? Прости. Атрей! Финал утопил. Это ведьма местная, по-моему, сейчас встретится, если я не ошибаюсь. Да-да. Мы знали, что он чей-то. Он не чей-то, он мой друг. Мальчик выполнял мой приказ. У него тогда домашнее помоги. Животное. Подержи вот здесь. Держи, говорю, он теряет кровь. Он последний в этом мире, а вы давай стрелять. Добывали еду? Тренировались. Так точно. Тренировались они. Мне на друзьях. Прижимай сильнее. А ты следующая. Это моя вина, надо было строже следить. Он умрет? Нет, я ему не позволю. Так, ваша стрела перебила артерию. Найди оба конца и крепко зажми. Оба конца артерии? Сперва слева. Как это сделать, не скрывая свинью? Вот серьезно. Ну что, блядь, свиной проктолог? Теперь справа. Зажми крепче. Да. Теперь соедини их и держи ровнее. Он свинью как в муфту одел просто. Одну руку в рот, другую в жопу засунул. И там эти артерии пережимает. Блядь, цирк. Здесь я его не исцелю. Да ты ведьма. Мой дом вон там, за деревьями. Ты его понесешь. Баба этот вопрос проигнорила. Он не должен мне еще нести. Его пацан подстрелил, я тут ни при чем, идите в жопу. Хорошо, блять. Сейчас малой стреляет, папа носит, как обычно. Грейса. Точно ведьма. Сюда. Предлагаю зажечь костер, на нем спалить тёлку, а потом пожарить свинку. Отобедать и уже идти мамку хоронить. Я думаю, чумовой расклад. Но тут красиво, конечно. Тут... Этот лук для тебя великоват. Мне мама сделала. Сказала, она вырастет. Безусловно. Ты ведь красота. Не из этих лесов. Мама по тебе, наверное, скучает. Она... Вся она игра была... красочно сделана. Несём её пепел. Прикольные пейзажи. Пепел? Такова ее воля. Сын. Я соболезную вашей потере. А мы, наверное, со свингой разберемся, да будем закругляться на сегодня. Свинка, потому что что-то тут... Долго ее тащить. Ты живешь на дереве? Не на нем. Под ним. Хэмилей! Гляди! Все хорошо. Дерево — это большая черепаха. Сразу Elden Ring вспомнился. Что, черепахи? Похоже лицо, как у этого дракона, которого мы потом встретим. Не бойся, ему ничто не грозит. Может, черепаха не кусается? Она хорошая.
А можно погладить? И она прям на пацана пырит. Я бы отошел. Может, это яички. А она их теребонькой. Пацан, давай, пошли уже в дом. Хорош ты, что грязь принесешь. Быстрей. Быстрей. Я бегу со свиньей. Положи его на доску. Держи крепко. Че, мартыри и починили, куда еще крепче? Че надо еще делать? Ты одна живешь? Мне так удобней. Мой отец тоже не шлюха. Любит. Шлюха. Ну, правда же. Не позволяй ему так метаться. Она сильно независимая женщина. У нее вместо кошек свиньи. Четырехрогие. Отдохни. Мне нужны еще две вещи. Краснокорень растет прямо за домом. Принесешь пучок? Да что, если что нет? Еще? Я вижу, что ты бог. Не из этого мира, но ясно сразу. А он не знает? Не знает, кто ты и кто он сам? Это не твое дело. Здешние боги чужаков совсем не жалуют, уж поверь. Я знаю. Тут разработчики начинают разгонять ту тему, то, что мы оба боги. Наконец-то. Спустя 3,5 часа. Ты не обрадуешься. И он станет спрашивать. С этим я сам разберусь. Все равно защитить его от правды ты не сможешь. Но ты прав. Это не мое дело. Еще нужен сердечник. Принесешь? Такой белый цветок в саду. Горсточку. Чуть-чуть того, чуть-чуть другого. Сердечник. Ладно, свинью мы починим уже в следующий раз. На сегодня будем закругляться. Потому что это конца и края этим свиньям. Ремонту свиней нету. Вот. Мало ли, что там с ней еще произойдет, я уже не помню. Так что вот, сегодня на сегодня хватит. Будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, за поддержку. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь. Лайки, комментарии. Я все знаю. Прошу, время уходит. Никогда не заткнусь.